Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info, перед нами Microsoft Surface Go 2, и в этом видеоролике мы вам покажем, как выключить или включить автоисправление текста на клавиатуре этого устройства. Для этого нам нужно зайти в настройки в левой части нашего чего-то. Что это? Планшет, компьютер, ноутбук. Даже не знаю, как правильно назвать. И выбираем параметры. В параметрах нажимаем на устройство, второй пункт по счету. И в левой части, вот здесь у нас есть рисунок клавиатуры и надпись «Ввод». Нажимаем сюда. После чего у нас здесь есть автоматически исправляет слова с ошибками. Мы можем включить или выключить этот пункт. Также выделять слова с ошибками, этот пункт, который будет подчеркивать слова, которые мы пишем неправильно, красным цветом. Давайте я, к примеру, выключу два этих пункта. Больше видео об этом устройстве вы можете посмотреть у нас на канале, а если у вас остались какие-то вопросы, смело задавайте в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки и всего доброго. До свидания.